Всем привет! Сегодня полезное видео о том, как можно отключить Samsung Free. Это фирменное приложение от Samsung, которое при сдвиге слева направо появляется вот здесь вот в виде вот таких вот значков. У нас было видео до этого, как можно удалить виджеты Bixby. После обновления, собственно, Bixby у нас появился Samsung Free. Удалить данное приложение нельзя, его можно только отключить. В зависимости от модели телефона, его можно отключить через настройки телефона, либо же через параметры самого приложения. В данном случае, смотрите, для того, чтобы выключить вот этот вот при свайпе, нужно на рабочий стол зайти, либо нажать и держать, чтобы у нас открылось вот так вот меню, либо же сделать вот так вот сдвиг. Затем сдвигаем, и, собственно, вот у нас вот этот вот Samsung Free, где мы его выключаем. Но это еще не все. Сейчас покажу, как можно, допустим, его отключить, если у вас какая-то другая модель. Смотрите, у нас в данном случае при нажатии на настройки, вот здесь вот нажимаем, нет пункта о прекращении Samsung Free. Если у вас другая модель телефона, то, возможно, в настройках телефона у вас будет вот такой пункт «Прекращение использования Samsung Free». То есть это даже проще. Нажимаете на него, и Samsung Free останавливается, и все, и не работает. У нас в данном случае этого нет, поэтому мы не можем нажать. Для того, чтобы выключить, переходим на рабочий стол, нажимаем, сдвигаем влево, выключаем эту кнопочку. У нас, кстати, имеется еще кнопка Bixby вот здесь вот слева. И то есть при нажатии на эту кнопку у нас опять же запускается этот Samsung Free. Сейчас покажу. Смотрите, нажимаем на Samsung, на Bixby, и запускается Samsung Free эта кнопка. Теперь выключаем ее вот таким вот движением. Затем нужно будет зайти еще в настройки телефона и отключить, чтобы в фоновом режиме у нас это приложение не использовало заряд батареи. Идем в настройки, ищем пункт приложения и, воспользовавшись поиском, набираем Free. Так, Samsung Free. Затем заходим в батарею и видим здесь разрешение фоновой деятельности для Samsung Free. Оно нам, естественно, не нужно, поэтому выключаем его и останавливаем. Нажимаем «Остановить» и нажимаем «Да». Кстати, нажатие вот этой вот кнопки можно изменить. Если вы не хотите, соответственно, запускать это приложение Samsung Free, то в данном случае у нас можно зайти в настройки телефона, дополнительные функции, и вот она клавиша Bixby. То есть у нас здесь по умолчанию стоит Samsung Free, но вместо него можно поставить любое установленное приложение на телефоне. В данном случае, ну, не знаю, какое приложение, каким вы больше пользуетесь, можно поставить, ну, не знаю, галерею можно поставить. То есть нажимаете, и при нажатии на данную кнопку будет запускаться галерея. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И смотрите, при свайпе слева направо Samsung Free у нас не запускается. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До свидания.